Всем привет! Сегодня я буду слушать Гунфлада. Kill a Kill называется, да? Совместно с каким-то Твейчем. Ну, что хочу сказать. Вот мне нравится Гунфлад, я его с удовольствием слушаю, потому что вот он не прислушивается к мнению молодежи и к веянию того, что больше нравится молодежи, а творит то, что ему нравится. И так как он талантлив, у него хорошо получается. И так как он, в отличие от многих, все-таки идет правильной дорогой, вот он мне за это нравится. Нифига себе. Что за музыка? Только похвалила. Что сделаешь, когда маски падут с лиц? Когда найдешь в своем кругу друзей крыс? И сверху кто-то скажет: бич, плиз, мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей. Сердце лег, голова пуста, только тронула ночь стая. Иду гулять по любимым местам, улицы одиночества. Во мне дыра, но света чиста. Планета была, это часа пизда. Луну сквозь сад не вернусь назад. Закрой глаза, зачитай до ста. Моя вера мертва, суть в мире есть папа. Поджигаю бегабонку, сгораю до отвала. Тихо кажется, я медленно схожу с ума. Но тут все кайф, как бы ни были дела. Я не вижу людей, только их тела. Слышу собственные крики чужого рта. Планета больна, водопад в дерьма, хватит с меня. Окей, туда до света, но походу не липа для света. Окей, запеленаюсь в кожаный бэк. Тут сажу себя бэк, снова стану не гем. Снова твой бог, лук, нем. Новая лига легенд, глэм. Танцуем на музыке, тропе рассвет не наступит. И ты в тупике. Что сделаешь, когда маски падут с лиц? Когда найдешь в своем кругу друзей крыс? И сверху кто-то скажет: бич, приз. Мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей. Умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей, умри, убей. Умри, убей, умри, убей, умри, убей. Бич, мир не станет вам добрее. Умри, убей, умри, убей. Ну вот как-то что-то мне не очень. У горящих в зале убивал, умирал себя за ими руками. Убивал, умирал по утрам. Иду сначала, убивал, умирал. Не беда, у мироздания нет ответов. Одиноким понимающим толк. Теперь настрою в этой лодке кило, я и микро. Перенастроил установки, что тянули на дно. Вы как котята из утробы, я им буду ведром. Как в магазине Покром. У них тут камеры повсюду. Вечеря за столом. Бесплотный дух из солитюда. Льется одеколон. Мне глотку прожигает люд. Я отменил свой синдром. Просто дай еще пару суток, сука. Что сделаешь, когда маски падут с лиц? Когда найдешь своем. Вот это вот, знаете, вот эта музыка, она как раз вот из вашей оперы. А то, что мне не очень нравится. Ну, так как он экспериментирует, и то так, то сяк, то это тоже, что ж, не все же мне должно нравиться, правильно? Ну, в общем-то, короче, мне не понравилось, да? Мне не понравилось, ну, то есть, что здесь в плюсе можно сказать? То, что, ну, вот он всегда читает интересно, у него музыка не одинаковая. То есть, он читает то так, меняет тональность, меняет скорость, бывает там, тем вот разукрашивает свое творение. Вот, и это ему, конечно, большой плюс, вот, но... Я не знаю, то есть я не люблю, когда ни о чем. Тут вот все-таки достаточно ни о чем, поэтому вот это минус. И вот этот вот мотивчик вместе со словами, это тоже минус. Поэтому больше минусов, чем плюсов в этом треке. Но он имеет право на существование. Вообще любое, что бы я ни сказала, и про кого бы я ни сказала, хочу заметить, что ну, то есть, нравится мне, не нравится, неважно. Главное, там, нравится вам или нет, правильно? Но вы здесь собрались, мне периодически в комментариях пишут, как ты посмела. Что ты там понимаешь? Ну да, я уже, конечно, третий год сижу и уже что-то понимаю, конечно. Вот, но вы же собрались для того, чтобы я не лебезила и не говорила: ах, как здорово, ну это ж неинтересно. 50% мам и бабушек, которые сидят так же, как и я, они, я же изучаю своих соперников, в большинстве своем говорят: как здорово, ой, вообще шикарно, я ждала, не дождусь, когда это. Ну, не поверю, как бабушке, которой 50 лет, ну, для вас она бабушка, я-то
не бабушка, правильно? Вот, будет говорить, что она там ждала какой-то трек, который там просто слушать уши вянут. Ну, это все вранье, а вы этому верите. Поэтому я хочу быть объективной и говорю то, что считаю нужным. Если даже оно мне не понравилось, это не значит, что вы не должны этого слушать. Вы хотели мое мнение, я его сказала. В этот раз Гонфлад мне не понравился. Всем пока!